Выпуском криптовалюты El Petro, обеспеченной нефтью, Венесуэла не ограничится. Те же масштабы, но относительно золота, анонсировал президент страны Николас Мадуро телеканалу Globovision, сообщает ТАСС. Пресейл первой в мире национальной криптовалюты стартовал 20 февраля. И первый же день, по словам Мадуро, принес 735 миллионов долларов. Среди инвесторов – представители Турции, Катара, США, Польши, Норвегии, Бразилии и не только. Напомним, что всего запланировано выпустить 100 миллионов El Petro общей стоимостью более 6 миллиардов долларов. Стоимость одной монеты будет привязана к стоимости барреля венесуэльской нефти. На государственном уровне уже решается вопрос применения El Petro на практике.